Всем привет, мои дорогие! С вами Ирина Быханова на канале «Мастер своего дела». Сегодня я покажу вам очень вкусный рецепт из фарша. Блюдо получается невероятно вкусным. Для приготовления потребуется 500 грамм фарша. Фарш берите любой, какой вы любите. Картофель. Примерно 500-600 грамм картофеля. Отвариваем картофель до полуготовности. Либо же до готовности, но главное, чтобы картофель был не сырым. Одна луковица, лук измельчаем ножом. 100 грамм сыра, сыр натираем на мелкой терке. Одно яйцо, 2 столовые ложки сухарей. Можно также использовать любую панировочную смесь, какая у вас имеется, также 2 ложки. Специи по вкусу, любимые ваши специи. Соль по вкусу. 200 грамм томатного сока. Либо же можно взять томатную пасту и развести с водой. Но главное, чтобы сок наш получился густым. Можно использовать уже готовый томатный сок, который вы готовили на зиму. И зелень. У меня сегодня укроп замороженный. Берем по вкусу. Все на столе. Давайте скорее готовить. В чашу с подготовленным фаршем отправляем лук. Сюда же добавляем сухари. Зелень, разбиваем сюда яйцо, добавляем специи, соль, и теперь все это хорошо перемешаем. Подготавливаем емкость для выпечки, смазываем маслом. Фарш у меня получился вот такой однородный. Немного отщипываю влажными руками, вот так разминаю в лепешку, беру картофель и вот так заворачиваю. Формирую котлету. Вот что у меня получилось. Вот такие котлетки укладываю на противень. То же самое проделываю дальше. Вот что у меня получилось. Сверху при желании можно еще посыпать специями. Затем заливаем томатным соком. И отправляем в духовку минут на 30. При 200 градусах я сейчас буду все это запекать. Затем вынимаем из духовки и еще посыпем тертым сыром. И на 5 минут еще в духовку. Итак, в духовку. Вот что получается. Уже практически все готово. Сейчас сверху посыпаю сыром. И все, буквально на 3-5 минуточек все это в духовку и можно уже пробовать. Все готово. Посмотрите, как аппетитно получилось. Уже не терпится попробовать. Давайте разрезать и смотреть. Смотрите, как аппетитно получилось. Сверху еще можно полить вот этим соусом, которым все готовилось. Это просто объедение. Попробуйте. Дорогие друзья, и у меня на сегодня все. Такую вкуснятину мы сегодня приготовили. Это правда очень вкусное блюдо. Попробуйте. Надеюсь, вам и вашим близким понравится. Ну а я прощаюсь с вами. Спасибо, что вы были со мной. Если вы впервые на моем канале, обязательно подписывайтесь. Жмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие видео. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Мне будет очень приятно. Всем пока. До новых встреч. С вами была Ирина Быханова.